Всем привет еще раз, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И что у нас в проекте HelpDon? HelpDon – это сайт финансовой взаимопомощи. Здесь я, наверное, неделю, может, вторую неделю. Помогай другим и получайте сами финансовую поддержку. Сейчас я расскажу о преимуществах. Потом зайду в личный кабинет и зайдем в Payeer-кошелек, посмотрим, что там. Маркетинг офигенный, самый выгодный и проверенный. Зашла я здесь на все пакеты, начиная с 1 по 10, с 5 до 5000 рублей. И также советую вам сделать, чтобы получать большие деньги, а не по 5, по 10 рублей. И зайдем посмотрим статистику. У нас уже 536 человек. Это новых за последних 24 часа. Активных пользователей 3690. Неактивные регистрации здесь не учитываются, потому что как только человек зарегистрировался и в течение 3 суток, если он не активировался, то такие регистрации удаляются. И правильно, они нам не нужны. И получено поддержки уже 8231 пакет. Давайте зайдем в мой личный кабинет. Как видите, у меня уровень 10, самый максимальный. И полученная мной финансовая поддержка за весь период составляет 19750 рублей. То есть почти 20 тысяч рублей. У нас учителя получают с 20-летним стажем 14 тысяч рублей здесь в селе. А здесь за какую-то неделю. Представляете, как здорово? Смотрите, сколько у меня рефералов. Это все активные рефералы. Зайдем в Payeer-кошелек и посмотрим, что там. Сегодня уже два раза выводила денежку, причем если вы ставите галочку в кабинете, то деньги вам автоматически отправляются сами на Payeer-кошелек. Вот сегодня у нас 9 октября, вывод средств с HelpDon 891 рубль с учетом комиссии и 445 рублей с учетом комиссии. Вот так вот я проснулась, а 1300 уже на моем Payeer-кошельке есть. И, пожалуйста, можно выводить хоть на карту, хоть куда, что я и делаю. Вот, я вывела 2039 рублей на свою карточку Visa. Вот так вот это все и работает. Друзья мои, свою ссылочку я оставляю под видео. Приходите и зарабатывайте. Как только вы оплатите, советую вам оплачивать несколько уровней, хотя бы 6-7 уровней сразу. Пишите мне в личку. Ирина, привет, мой логин в HelpDon такой-то, такой-то. Добавьте меня в чат Telegram. Все, обязательно связывайтесь со мной сами, потому что вас много, и я просто физически не успеваю всем отписываться. Всем пока-пока.